Глава государства прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. Ожидается, что в Мактаральском районе Касым-Жомарт Токаев ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий аварии на Сардабинском водохранилище, строительством жилья для пострадавших, а также встретится с местными жителями. Также он посетит Арысь. Там глава государства проинспектирует ход работ по восстановлению воинской части, где в прошлом году произошел взрыв. Кроме того, президент ознакомится и с ходом реставрационных работ в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи.